Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В пятницу в Самарской области облачно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого снега, сохранится морозная погода, днем 21-23 с минусом, ночью 23-25 ниже 0. Ветер северный, северо-западный, скорость 1-3 метра в секунду. Сызрани безоблачно, днем минус 21, в темное время суток 25 ниже 0, северный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти солнце сквозь облака, возможен снег. Днем минус 21, ночью 23 с минусом. Северный ветер 3 метра в секунду. В Самаре солнечно. В дневное время минус 22, ночью минус 25 градусов. Северный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.